Следственным управлением МВД России по Ленинскому городскому округу завершено предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении двоих мужчин, жителей города Щелково в возрасте 20 и 43 лет, обвиняемых в краже мобильных телефонов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленники, находясь в салоне сотовой связи, расположенном на проспекте Ленинского комсомола, попросили продавца показать три дорогостоящих мобильных телефона. Воспользовавшись моментом, когда работник торговой точки отвлекся, один из правонарушителей подменил оригинальные смартфоны на идентичные муляжи, после чего преступники быстро покинули помещение. Просто заходили в магазин, просили оригинал, посылали китайский. Сотрудники уголовного розыска Видновского отдела полиции задержали подозреваемых в городе Ступино. Мужчины добровольно выдали стражам порядка еще две копии сотовых телефонов, предназначенных для совершения аналогичных преступлений, а также пояснили, что ранее похищенное имущество продали. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Видновский городской суд.